Трогай, трогай! А масло менял? Может, вода в радиаторе закончилась? Все, ребят, помощь нужна. Газуй! Газуй! Если хочешь выжить, делай все, что я тебе скажу. Кто это? Ни в коем случае не подходи к окну. Плохо слышно? Подойти к окну? Да, я возле окна уже. Я же сказал, не что? Под... Как... Плохо слышно? Ну, не под... Что делать дальше? Как... Ну... Сегодня важный день, парни. Новая поставка. Но перед тем, как начать, я хочу кое-что обсудить. Мне кажется, среди нас есть крыса. Погоди, Джонни, что у тебя на шее? База, меня походу спалили. А ну-ка, стой. Ты чё, бумажка? Я же говорил, нам нельзя привлекать внимание. Каждая мелочь может поставить под удар нашу операцию. Мы готовились годами. Отбой, все нормально, они дебилы. Ваш ребенок у нас. Если вы не хотите, чтобы с вашей девочкой что-то... В смысле у вас сын? Секундочку. Сын? Что за девочка у нас там бегает по комнате? Я же говорил, сначала проверяй, потом воруй! Ваш ребенок у нас. Да, да, это тот парень, который звонил буквально 5 минут назад. Да, да, по поводу ребенка, да, да. Так вот, если вы не хотите, чтобы ни один рыжий волосок не упал с его головы, то... В смысле темненький. Минуточку. Проверь, он темненький или рыжий? Рыжий? Блин! Да, да, добрый вечер. Это те парни, которые воруют детей. Да, мы с коллегой посовещались и подумали, может, вы нам фотку скинете ребенка, ну, чтоб нам легче и ваше время не занимать лишнее, вот это, да. Да? Что, в жопу? В жопу-то далеко. Сами идите туда. Нет, мы не дебилы. Алло. Агрессивные люди нынче стали, да? Раньше-то лучше было. Сержант, ведите в курс дела. Комиссар, у нас снова убийство. Все, что мы знаем, что тело обнаружили около часа назад. И у нас есть только один свидетель. Допрашивали? Нет, ждали вас. Пойдемте. Комиссар, это и есть наш свидетель. Расскажите, что вы видели. Ты себя разберешь по-болгарски? Малку туда разберешь? Сержант, вы разговариваете по-вьетнамски? Комиссар, это болгарский. Болгарин, разговаривающий по-вьетнамски. Он явно в чем-то виноват. Допросите его в участке. Вы гениальны, как всегда. Что он этим хочет нам сказать? Зачем он развешивает эти ленты? Комиссар, это мы развесили. Я так и знал. А где труп? Вы стоите. Чего-то тут не хватает. Комиссар, забыл сказать, это единственные наши улики, найденные на месте преступления. Все сходится. Чипсы с паприкой. Паприка – это перец. Перец – это болгарский. И соус вьетнамский острый. Убийца – болгарский вьетнамец. Дело закрыто. Взять его. Он гениален. Dropping 1,000 ain't much. Come from the clouds on a missile to turn this whole town into dust. Don't make a sound, baby,